Добро пожаловать на канал «Американская мечта». Хочу с вами поделиться информацией о моей первой поездке в США, город Нью-Йорк, в апреле 2016 года. Улетала я из Украины, город Днепропетровск, в Киев, в аэропорт Борисполь, авиакомпании МАУ. Там была пересадка около 2 часов и затем прямой рейс через Атлантический океан из Борисполя в Нью-Йорк, аэропорт JFK. Мой чемодан я зарегистрировала в Днепропетровске и забрала уже в Нью-Йорке. Вам не нужно беспокоиться и нервничать по поводу багажа в Борисполе. Перелет занимает в одну сторону около 10, примерно 11 часов, в обратную сторону 9 часов из-за другой траектории полета самолета. В начале полета вам будет предложено заполнить таможенную декларацию темно-синего цвета и предоставить ее по приземлению во время прохождения таможенного контроля вместе с вашим загранпаспортом. После того, как пройдет 1,5 часа от начала полета, вам предложат обед. Я сделала несколько фото для того, чтобы вы могли представить о количестве еды и как она выглядит. Питание включено в стоимость билета. Кормить вас будут 2 раза. Все продукты из Украины. За 1,5 часа до конца полета будет предложен ужин. Голодными вы точно не будете во время полета и после приземления. Все рейсы из Украины пролетают в 7-й терминал аэропорта JFK. И оттуда же и улетают обратно прямым рейсом в Украину. Фото, как выглядит место выхода пассажиров в холл после прохождения таможни и получения багажа, я решила сделать и показать вам.
billion light years from planet Earth. Every point of light is a galaxy containing billions of stars. Oh my God. And yet, we've managed to map the visible universe well enough to chart an accurate course all the way back home. Of a small planet orbiting this unexceptional star have learned where the galaxies are, what they're made of, and how they got to be that way. We've discovered that the universe was born in fire 13.8 billion years ago. It's been expanding and evolving ever since. But with new instruments on Earth and in space, we've begun to glimpse how much we still don't know about the cosmos. Oh, it's home. This is Neil deGrasse Tyson, and I'm here to guide you through a century of discovery about the past, present, and future of our universe. Our story begins in the 1920s, when astronomers, using what was then the world's largest telescope on Mount Wilson, near Los Angeles, began piecing together our place in the cosmos. Thank you.
обратная дорога домой была из 7-го терминала аэропорта JFK в Борисполь. Затем ожидание около 2,5 часов следующего рейса в Днепропетровск. После того, как я зарегистрировала мой багаж на обратную дорогу домой в Украину, мне нужно было еще ожидать моего рейса около 2,5 часов в 7-м терминале, так как необходимо явиться на регистрацию за 3 часа до посадки. В это время кодовый замок моего чемодана был взломан и открыт чемодан для досмотра и проверки. Ничего запрещенного не было обнаружено, и его просто закрыли на одну молнию и отправили через Атлантику. Об этом я узнала, когда получила мой багаж уже в Днепропетровске. Об этом оставили памятную открытку. Я думаю, что они бы могли спросить код и не ломать новый чемодан, так как зона ожидания в 7-м терминале мала и найти нужного человека не составляет труда. Надеюсь, это видео было для вас полезным и всем спасибо за просмотр.